Как не доставайся ты никому, стала известна причина возгорания автомобиля на улице Омской. ВАЗ-2104 вспыхнул прошлой ночью. Очевидцы сообщают, что слышали хлопок. Возможно, машина была на газовом топливе. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия пожарных, четверка выгорела полностью. К счастью, никто не пострадал. Как оказалось, машину поджег ее хозяин. 25-летнего мужчину за несколько минут до этого остановили сотрудники госавтоинспекции. На пульт ДПС поступило сообщение, что за рулем может находиться пьяный водитель. На это молодой человек отреагировал неожиданно. Он ударил машину топором и поджег. И вызван был эвакуатор для эвакуации на штрафстоянку. После оформления всех необходимых нормативных документов водитель ушел домой. Позднее вернулся к транспортному средству. В руках у него был топор, он повредил транспортное средство самостоятельно, после чего поджег его. У водителя имелись признаки опьянения, однако от прохождения медицинского свидетельствования он отказался. Известно, что водитель ранее был лишен водительских прав. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.